Друзья, всем привет! Сегодня 24 декабря, и хочу я вам показать эксперимент. В этом году тепло. Вот такая предновогодняя зелень. Это кинза. Накрывали вот такой вот штукой. Под бонт называется, или как. Но морозы были у нас, даже несколько дней было 12-15 градусов. А сейчас тепло. Вчера было плюс 5. Сегодня вот попрохладнее. Завтра морозец обещают минус 1. Ночью минус 2 было. На завтра на день обещают минус 1. Вот такая вот она предновогодняя зелень кинза. Но я думаю, что с нее ничего уже не выйдет. То есть она уже не вырастет, побьет ее морозом. Вот такая вот зеленуха у нас. Все, друзья, всем спасибо. Вот такой эксперимент был. Вот такая предновогодняя у нас кинзушка маленькая получилась. Всем спасибо. Всем пока.